Так. Давай, давай, давай. Во-во-во-во, вот. Блять, одну хуйню осталось, блять. Блять, уйди нахуй. Сейчас, я подожду, когда вот он пролетит, вот этот метеорит. Заебись, посмотрите, где он остановился. Ну, заебись. Заебись, блять. Всем здарова, дорогие друзья, с вами я, Фукатанов. Ну и сегодня мы с вами, блядь. Всем здарова, дорогие друзья, с вами я, Фукатанов. Ну и сегодня мы с вами продолжаем проходить Angry Birds Space. И в прошлой серии мы с вами закончили на Big Dipper, вот. Да. Но сейчас мы с вами подходим к последнему, не знаю, к последней локации, вот, и Cosmic Crystals, то есть космический кристалл. Ну, наверное, так. Это вот за мир можно не считать, потому что это надо собирать вот это вот все. Я могу, конечно, это все за кадром собрать и потом пройдем. Можно, в принципе, можно. Но фишка-то это херня в том, то что типа на самом уровне. Так вот, перемещаешься и вот проходишь. А это я даже не знаю, что это такое. Я не видел, что это. Вот. Хорошо, возможно, тоже пройдем. Ну, в общем, давайте. Без лишних слов, просто начинай. Тут также 30 уровней, значит, пройдем 15. И это еще что за херня? Чего? Погоди, что? Инопланетянин какой-то, нахуй. О, слушайте музыку. Охеренное звук сопровождение. Но мне кажется, надо... Вот, сука. А, все, я понял, что делать. Так вот надо. Давай, давай. Вот, сука. Блять. Давай, давай, давай. Что, блядь? Стой, что, блядь? Нет, мы, конечно, пройдем. Уху, да, круто. Так, а тут что сложно? А тут вот так вот. А, оно так не пробивается. Чего? Тогда я так думаю, надо вот так вот пролететь, пролететь и до самого конца. Мне так кажется, надо сделать. Что? Ты же не пробиваешь. Так, может вообще как-нибудь вот так вот. Главное не задеть. Так. Во-во-во. Вот-вот-вот-вот. Во-вот. Вот чего я добивался-то. Ну прикольно, прикольно. Правда, я вообще ни хера не понимаю. Че, 3 звезды? Давай, 3, 3, 3. Раз, 2. 2. 2. Ну классно, еще сложнее. Ну что тут это? Бомба. Так, это, я так понимаю, нельзя взорвать, да? Не, нельзя. Нельзя, нельзя. А что делать тогда? Да блять. А как мне до него... Да... добраться, типа, ну. И в чем прикол? Где? А в чем прикол? Не, ну средобой, конечно, вот так вот просто. А я не по... А как можно было использовать взрывном? Я забыл, как его зовут. Может, у них и вообще нет имени, я не знаю. Я просто целый год не играл, ну, камон. Игра неплохо, неплохо. Неплохо. Опа, я хочу, я хочу, хочу. Хочу, хочу. Эх, все равно не добрался. Но тут, в принципе, пройти уровень ничего не составит труда, в принципе. Типа вот.
И нет, и вот. Ну, сука, блин. А, вот что надо было делать-то, ёк-макаряк. Ну-ка, давайте посмотрим. Ну? Да. Ну, а это... Опа, давненько таких не было, птичек тройных, да? Блядь, не разбились. Так, а может надо было по-другому смотреть? Ты понял? Блять, нет, не так. Зато целых два раза. Ну-ка давай еще. Только не пробей. На, нахуй. На, ты и один свин остался. Не честно так. Сейчас стой, может что-то будет сейчас? Стой. Он еще и ржет. Сейчас я ему покажу. И опять я запустил его туда. Ну, а, я только хотел сказать, он вот везучий гад. Но нет, нет. Нет, нифига не везучий. Мы на изи. На изи проходим уровни. Это уже 6-й уровень, я говорю, на изи проходим. Конечно, не на 3 звезды, но это и не важно. Так, как бы тут? Как бы тут? Ну, я думаю, так. А, это просто планетка? Окей. И что делать? А, ну просто вот так тогда. Что? Ты издеваешься? Ну, только так. Только так я догадался пройти уровень. Почему так легко, я не понимаю. Я думаю, сейчас вот год пройдет. То есть вот год пройдет, да? Точнее, нет, я не хотел, я не планирую сразу через год записывать. Вот. В общем, я думал то, что типа. Я не думал, что вот то, что я типа, вот я целый год не играл, и уже на изи. На изи прошел 7 уровней. Ой, 7. 6. Так. Ну, в принципе, да. А, вон еще, его вот надо. Обязательно. А, это бомба. Ну, бомба, ну, бомба. Ну, бомба это все. А, его же если задеть, то он это... И вот мне это нравится, слышите? Ладно, давайте. Сначала... Да я мышку просто отпускаю. Очень рано. О, 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 здорово, здорово, мне нравится. Давай, опустись, опустись, давай, 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 я тебе помогу, давай, 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 не зависай, не зависай. Оно зависло, прикинь, просто зависло. Так, там кто-то спит, парень, так. Вы поняли, насколько сильна эта птица? О, давай, 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 на, вот так вот, все готово, 100 тысяч будет очков, ну я уже посчитал, заранее. У-ху, давай, 3 звезды. Походу, 3 звезды реально дают за 100 тысяч, по-моему так, я не знаю. Тем временем, это уже... А, мне же не 10 уровней проходить. Чё я не радуюсь? Так, ну я думаю так. А, всё понятно. Вау. Можно золотая середина. И она приведет к вот этому уничтожению. Нихуя себе. Нихуя. Сейчас опять 3 звезды дадут. Я вам серьезно говорю. 3 звезды. Тынь. Охуели. Видимо, золотой спин только на один раз.
Опа. Так. О, вот эта птичка мне очень нравится. Тем, что она вот такая прикольная. И куда-то за фон улетает, далеко-далеко. Далеко-далеко. О, так может... Ну, типа так. Да, типа так. Да, типа так. Куда, блядь, улетаешь, нахуй? Ну, я вообще не так хотел, ну ладно. О, может, убьёшься? Блядь, ты серьёзно, что ли? Так. Только не опускайся, блядь, дай... Опа, стоять. Не пробьёт. К сожалению. Так что придётся вот так проходить. Но зато 52 тысячи. Но, к сожалению, только на одну звезду. Ну и чё, рекордсмен, что ли? Я самый обычный игрок. Да. Я думаю же, блядь, вот так вот делаю, потому что где рогатка, блядь. Она, кажется, тут. Ага, очень интересный уровень. Вот так. И давай до динамита. До динамита. Нет, я знаю, как это проходить. То есть, понял, это типа... Ну, блядь, ну ладно. На. Так, слушай, ты не улетай там. Блядь. Он сейчас улетит. Придется спасать. А то он бы сейчас улетел и, ну, все. Да, что происходит? О, зато взорвал. Так, а как мне вот в него попасть? Туда вот. Ну, возможно, вот так. Ну ты, давай. Ладно, вот это вот спасёт нас. Обязательно. Я надеюсь. Давай. Тыщ. Так это тоже можно было взорвать. А чё я не воспользовался? Ну ладно. Ничего страшного, в принципе. Это какой уровень? Уже 10-й. Ой, блядь. Короче, 10 уровней мы с вами прошли. Да, в смысле? Вы тоже это видите? Золотое яичко. Золотое яичко. По-моему, давненько мы их с вами не собирали. Так что сейчас мы не проходим уровень. Сейчас мы собираем яичко. Понятно? Давай, давай. Погнали, погнали. Что это, блядь, такое? А где птицы-то? А. Да, блядь. Ебать, нахуй, что происходит, блядь? Блять. Это типа пинг-понг, да? Ой. В общем, такая хуйня. Похоже очень. Давай, давай, давай. Главное, чтоб не пропадало. Мне кажется, она пропадет все-таки. Или нет? Ну-ка. Прикольно, прикольно. Так, ну-ка, может, она еще кого-то убьет? Ну-ка. Смотрим, смотрим. Я говорю, она, главное, чтобы она не пропала. Ну, вроде как не пропадает. Ну все, сейчас уже все. Ну. Да толкнись ты достаточно далеко. Давай, 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 давай. Давай, давай, попади, попади, попади. Давай. Есть. Готово, нахуй. Блять, еще запущу. Только может как-нибудь, я не знаю, вот так вот, типа. Мне надо, чтобы в него попасть, блядь. В остальных-то я попаду, но вот в него.
как, блин. Блять, как бы мне в него попасть-то нахуй? Может вообще вот так вот нахуй? Да, чем дальше я отталкиваюсь, тем лучше результат. То есть, надо отсюда. Да! Оу! И давай, достань. О, все, убили. Все, отличный уровень, я считаю. Мне понравился, интересный уровень. Но прошли мы ему на 2 звезды. Ну, 2 звезды это считай 3. Это считай вот 3 звезды, это считай вот первое место. 2 звезды это считай второе место. Вот, второе место. Ну что ж, погнали обратно. На. Проходить 10-й, ой, 11-й уровень. Так, вот теперь думаем. Ну, естественно, думать не о чем. Сразу все ясно становится. Потом, значит, вот так. Потом, значит, с помощью вот этого, просто вот так. И это вот так вот все делается, и... Да хуй, значит, происходит. Ну что ты, блин? Так, я так думал, вот это вот надо убрать с дороги. Заебись, убрал. Мне как бы не это надо убрать, а как бы... Вот это у меня. Да-да-да, вот как раз два. На, нахуй. Да куда ты оттолкнул-то, блядь? На, нахуй. Что происходит? У меня две птицы осталось. И три свиньи. Кто же победит? Хуй знает. Что? Чего, блядь? Так, давай. Блядь, а я так надеялся, нахуй. Давай сразу, ну ладно. О, ну-ка, давай. На. Ладно, придется самому достать. Вон, дай сюда, так. Ну-ка, стой. Блять, не достал ведь, не? Ну ладно. Ридабу! Фух, ладно. Блять, иди нахуй, блять. Какой уровень? 12. Так, ну я так понимаю. Надо это, блять, вот так вот сделать. И погнала ракета. Ну вот я ж говорю, погнала ракета. Ебать звуки нахуй. Сейчас надо рядобой не испортить. А все, я уже прошел, в принципе. И опять 100 тысяч будет. Я не знаю, в чем плохого 100 тысяч, но я всего... Две птички использовал и прошел на изи. Причем прошлый уровень. О! Поздравьте. Так. Да блять. Так. Причем 13-й уровень. А, это опять такая же хуйня, что ли? Или что, блядь, происходит? Все, блядь, понимаю, нахуй. Ведь надо попасть как-то туда, вот, да? Да, блядь. Не, я так думаю, надо попасть все-таки больше туда. Да, блядь. О! Давай, попадай. Давай. Эту суку, блядь. О! Да я сам взорвался. Так что ты, блядь, натворил? Так, ну ладно, погнали вон туда. И чё это, блядь, помогло? Не, ну это понятно, что можно так сделать. Нихуя себе, блядь.
А это не хуёвый такой. Оп. Только не взрывай. Давай. О, все. Готово. Не 100 тысяч, но сойдет. Главное то, что хотя бы одна птичка осталась в живых. Ну, блядь. Так, ну это изи, да? Стой. Да, ну, в принципе... Я все вижу. Опа. Да давай. А. Все, я понял, что делать. Так вот, типа, и... Давай. А, оно взорвалось сам. А, ну вот. Типа это должно как-то именно. Да хуй возьми, что происходит. Все, прошел. Это какой уровень? 14. Сойдет. Все, последний уровень. Ну там же вроде 30 уровней, не знаю. И вот он, 15 уровень. 15 уровень уже посложнее. Ну хотя, ну не знаю. Ну как бы не совсем. Блять, почему не нажалось? Или нажалось? Я не столь важно. На, во-во-во-во-во-во. Красиво. Красиво завершил серию, скажем так. Да? Да! И 3 звезды. Ну и что ж? Ну что же, блять, нажимайся. Погоди, тут сколько уровней? Вот. 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ну 30, да. Ну что же я могу сказать про эти 15 уровней? Классно. Я не потерял, ну не мастерство, конечно, а просто именно... Умение играть, просто хотя бы просто умение играть, вот. Да, просто умение. Вот. То есть мы с вами прошли на 3 звезды, 3 уровня из 15. Но в следующей серии, я не знаю, может она тоже через год выйдет, а может выйдет завтра. О, новый жмак. Прикольно. А ну-ка. Нельзя. Ну ладно, это пока нельзя. Ну? Ты что спишь там? О, давай, лети туда. Так. Ну, в общем, прикольно. Да, прикольно, согласись. О, еще жмаканье. Ну, в общем, дорогие друзья. В общем. Мне нравится эта локация, но прошлое, конечно, лучше и интереснее, но вот это тоже необычно, особенно когда ты там вот это вот, я не знаю, кристаллический шар, типа планету такую вот разрушил буквально, и она взрывную волну. Это очень классно. Именно вот благодаря вот этой вот взрывающей волне я на изи прошел 16 уровень, то есть даже час не прошло. Камон. Ну. В прошлый раз, что я делал с этими уровнями? Было очень сложно. Хоть тут звезд больше, кстати, по факту. Тут звезд больше намного, чем тут. Ну ничего страшного, А, так там за 2 раза. Там за 30 уровней. Ну ничего страшного. В общем. Будем все вместе надеяться. На то, что серия выйдет хотя бы, я не знаю, ну через месяц, через 2 недельки. Но у меня есть в планах то, что снимать, кроме этого. То, что я давно должен был. Да. Но по каким-то причинам не смог. Вот. А на этом у меня все. С вами был Ефим Крутанов. Даже не помню, есть тут конечная заставка или нет. Но помню, что тут нет веб-камеры, поэтому не расстраивайтесь. Скоро выйдет там, или не скоро, я не знаю. В общем, скоро выйдет PvZ 2 Plants. Новое растение, короче, PvZ 2.
Вот вы это любите, потому что на прошлом видео набрало более чем 90 просмотров. Это охуеть как много для моего канала. Вот. Так что вы молодцы. Спасибо. Вот. Все. С вами был Яфин Крутанут. Ну и всем. Жду заканчивания музыки. Пока.